Всем привет, с вами Надежда. Хочу сегодня рассказать о моем подарке. Вот мою мечту исполнили мои дети. Купили мне планетарный миксер. Кухонный комбайн, как хотите называть. Фирма Endeavor. Очень хорошая штучка. Вы знаете, она присоски очень сильные. Вот она сидит, видите, вот ее, вот, видите, нужно усилие, видите? Нужно с усилием. Очень хорошие присоски. И поэтому она меньше придвигает. Сейчас я ее подвину вам, поставлю боком, чтобы показать ее. Вот. Ну, давайте камеру подальше двинем, чтобы ее хорошо видеть. Нажатием на кнопочку опускаем. Нажатием на кнопочку поднимаем. Чаша на 3,5 литра, находится здесь такая крышечка, на крышечке есть специальное отверстие, для, чтобы засыпать сюда муку, ну то, что если что-то там мало, досыпать здесь. Очень удобно, кстати. Здесь находятся 3 насадочки, сейчас я вам их покажу. Уж простите, что не припасла их, совсем я про них забыла. Вот они у меня находятся в такой коробке. Здесь 3 насадочки, вот такой венчик, вот этот венчик, он для того, чтобы, ну, это насадка для замешивания теста, для, ну, сухий ингредиент, предназначен для теста, вы знаете, вот, чтобы за, простите, пожалуйста, вот этот крюк предназначен для замешивания теста, для пирогов, блинчиков, не блинчиков, пирогов, пельмени, вареники. И можно перемешивать фарш также в этой штуковине. И вот для замешивания, которая насадка для замешивания густого теста, она только на скорости 1 и 2 предназначена. Следующий венчик, он предназначен для взбивания сливок, яичного белка, пудинги, коктейли, крема, майонеза, соусы. Жидкие продукты рекомендуют, и рекомендуемый вот способ, когда этот работает, 5-6, когда венчик взбивает, 5-6. И еще одна насадочка, это у нас для перемешивания ингредиента, для смешивания. Для приготовления картофельного пюре. Вот как раз я сегодня, у меня есть варится картошка рядом, буду делать картофельный пирог. Вот как раз она мне пригодится, чтобы пюре замешать. И рекомендуемая скорость от 1 до 4, вот этим венчиком. Я уже один раз делала, вот как раз тоже пекла хлеб, картофельный хлеб. Тут даже вот показывают для батона, для взбивания. Вот. Очень хороший, стоит он не очень дорого, это, по-моему, меньше 5000. Хочу сразу сказать, это не реклама, это был чисто подарок моих детей. Вот даже кот вам подтвердит, что это подарок. Подписывайтесь, ставьте лайки, можете поставить колокольчики, чтобы узнать о выходе следующего видео. Спасибо всем за внимание, всем крепкого здоровья!